В Новый год с новым генеральным директором. Российскую национальную библиотеку возглавит Владимир Гронский. До недавнего времени он руководил Государственным мемориальным музеем Суворова. Эту должность Владимир Гронский занимал с 2013 года. На новом посту ему предстоит продолжить реализацию концепции развития РНБ. Она предполагает в ближайшие годы создание дополнительного хранилища на пересечении бассейна и Варшавской улиц. Кроме того, по плану у нас проекта «Культура» продолжится работа по оцифровке книжных памятников. Российская национальная библиотека – одна из пяти крупнейших в мире. В мае исполнилось 225 лет со дня ее основания. В фондах богатейшая коллекция – 39 миллионов документов от старинных фолиантов, рукописных книг, печати Петровского времени до цифровых копий уникальных документов.